Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 февраля и хочу еще раз поговорить о лунном календаре. Но сейчас я ничего не буду вам рассказывать, я просто хочу спросить. Вот смотрите, у нас в этом году високосный год. И у нас есть 29 февраля. И я и раньше слышала мельком, то один скажет, то другой. И в этом году уже начались такие высказывания делать. Люди начали, что именно 29 февраля является таким золотым днем для посевов всех овощных культур. Я хотела спросить у более опытных огородников, людей старшего поколения, может быть, кто-то слышал, может быть, кто-то знает, почему именно 29 февраля, вот смотрите, в лунных календарях не указан день как благоприятный. Специально посмотрела я и универсальный календарь, который я вам сегодня показывала, тоже 29 февраля ничем особо не отмечен. Ну, написано просто посев семян на рассаду, распикировка, полив, все. Но почему-то год за годом, когда возникает вот этот високосный год, почему-то многие люди говорят, что именно этот день, который выпадает всего один раз в 4 года, что он самый лучший для посева. Если кто-то знает, и если кто-то знает какое-то там разумное объяснение, почему считается этот день золотой датой посева, и правда ли, что 29 февраля – это золотая дата посева, независимо от года, какой, 4 года назад. Короче, в любой год, когда выпадает 29 февраля, считается, что это наилучший день, что надо сеять в этот день все, и все вырастет хорошо. Я вот сомневаюсь, потому что я точно не знаю, нигде данных я не увидела. Если кто-то знает, напишите, может быть, мы действительно сместим все наши посевы, посеем 29 февраля, и у нас вырастет все такое, как бабабы. А может быть, это просто какие-то как мифы, легенды, или, ну, как бабкины сплетни, может быть. Все, до свидания.